В преддверии 9 мая в СОГУ провели памятное мероприятие. Студенты подготовили тематические танцевальные, вокальные и актерские номера. Во дворе вуза собрались сотни студентов и преподавателей. Их поприветствовали ректор Алан Огоев и президент университета Ахурбек Магомедов. Затем участники мероприятия возложили цветы к памятнику студентам СОГУ, погибшим во время Великой Отечественной войны. Университет принял активное участие и в первые дни войны студенты и преподаватели ушли на фронт. Они ушли сдавать свой главный экзамен. Мы несем ответственность за сохранение исторической памяти о тех событиях, о тех годах нашей жизни, когда огромное количество наших соотечественников, нашего народа отдали свою жизнь за то, чтобы сегодня мы имели возможность жить, развиваться и чтобы у нас было мирное небо над головой.